ребят, всем привет. Сегодня такой челлендж. Я хочу снять серию репортажев, то есть интервью у простых людей, как люди вообще пережили карантин, пережили вот эти все последние события. Ну и посмотрим. Снимать буду для Яндекс.Дзен и на видеоканал свой на Ютубе. Вот. Ну, если говорить о себе, как я пережил. Я дома сидел, короче, у меня было много планов. Я хотел там, не знаю, там, прокачаться в плане там тайм-менеджмент, там пораньше вставать, побольше делать. У меня с дикцией там не очень, да, надо было вслух почитать. Ну и, в общем, удалось мне это не очень особо. Ну да, немножко, да, подрос в личностном плане, но можно было сделать больше. Ну все, всем добра, поехали. Подписывайтесь на канал, первое видео будет... Первое интервью будет сразу за этим видео. Всем добра!